Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Приготовлю очень быстрый, вкусный рецепт, который можно на обед, например, приготовить или на ужин, или даже на перекус, взять с собой на работу. Это очень полезно, вкусно, без капли жира, без капли масла, без всякой жарки. Попробуйте, а готовится очень быстро. Я думаю, вы полюбите. И такую куриную грудку тоже полюбите. У меня здесь куриная грудка, такая одна крупненькая, конечно же, без всякой кожи. Кожа нам не нужна, выбросите ее. Я ее хорошо помыла и также отрезала лишний жир. И возьмем немного яблока. Вот, ну, даже меньше, чем половинка нам понадобится. Как я уже сказала, никакого масла. В куриной грудке делаем небольшие надрезы, не до конца. Делайте по вкусу, сколько вам нравится. Я вот прям в произвольном так порядке вот так вот делаю. Вот так. Куриную грудку по вкусу солю. Солите полезной морской солью. Прям, ну, вот совсем немножко. Много солить не надо. Но у каждого, конечно, свой вкус. И немного черного молотого перца. У меня здесь смесь перцев. Черный, зеленый, белый, красный. И также молотый кориандр, что очень тоже вкусно. Вообще специи добавляйте любые, какие вы любите, по вашему вкусу. И еще перчик помогает нам худеть. Далее выкладываю грудку в форму. Можно дать ей немножко замариноваться, можно, в принципе, сразу приступать к готовке. И беру яблоко вкусное, можно взять кислое, отрезаем кусочек, много нам не надо, вот даже меньше, чем половинка, и нарезаю его на дольки. Какую-то дольку можно съесть сразу, это очень полезно, а остальные нарезаю чуть меньше сантиметра. И дольки вставляем в курицу. Вот сюда, прям поглубже. И отправляю все в разогретую духовку 180 градусов на 25 минут. Ну и вот такая красота получилась. Пробуйте, готовьте. Курочка очень нежная, имеет пикантный вкус от яблока. Яблоко можете убрать, кто, например, не любит, да, такие печеные яблочки. Но, в принципе, с яблоком очень вкусно. Можно есть как самостоятельное блюдо, можно подавать с любым гарниром. Пробуйте, готовьте. Я очень надеюсь, что вам понравится. Кому понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной, которые выходят каждый день. Всем огромное спасибо. Спасибо за поддержку. Пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь на влоговый канал. До свидания и пока-пока.